В Беларуси ведут цифровой рубль. Такая валюта будет законным платежным средством. Доступ к обмену наличных и безналичных беспрепятственный. Среди преимуществ – расширение возможностей для трансграничных платежей в цифровых валютах, что особенно актуально в условиях санкций в отношении экономик нашей страны и союзного государства. Белорусы стали больше тратить на поездки за границу. Объем импорта по итогам второго квартала – 35,5 миллионов долларов. Сумма отражает не только оплату поездок на транспорте за рубежом, но и в целом расходы жителей нашей страны. Сюда включаются как туристические путешествия, так и деловые командировки. В Могилевской области за полтора года установлено 25 тысяч фактов самовольного занятия участков. Этот вопрос на постоянном контроле держит КГК. Специалисты отправляют уведомления о возможности узаконивания таких территорий. Это необходимо сделать до 1 сентября 2025-го, либо освободить землю и все привести в первоначальный вид. В Бобруйске ребенок попал под машину. ДТП произошло вечером 15 сентября. Водитель «Мерседеса» пыталась выехать со двора по Социалистической, но из-за припаркованного авто не заметила мальчика и наехала на него. С травмами пострадавшего госпитализировали. За рулем была 35-летняя женщина. В областном театре драмы и комедии 27 и 28 октября премьера трагикомедии «Любовь – мое право». По повести Александра Островского «Поздняя любовь». Начало 18:00. Главный режиссер Дмитрий Нуянзин. Стоимость билетов от 8 до 12 рублей.